Здравствуйте. Что за деревня-то? Из какого вы города? Да это в честь Потеряев, по-моему, названо. Ну, понятно. Здесь основатель Игнатий. Скажи хозяин, что днем смотрели, а то волки по дороге идут. Да вы что? Отошли, поехали. Нам некогда, все кончилось. Вот здесь вот в прошлом году, когда он чистили-то его, чистил, а засадить-то ничего не было. Конопля, ну, примерно 2,5 метра, вот с такими... Да там земля-то, мама, родная. Да, и он заехал, вчера я его туда запустил. Опять почистил? Почистил эту коноплю. Его нельзя ни косить, ничего. Вон, вон рядок, который остался, ну, ряд-то. Ее только сжигать. И пень один вытащил, а там три вместе слепились. Ее только сжигать надо. Вы можете сейчас по нашей новой трассе проехать. А я так и хочу проехать. Давай, я тут, я в Корчино сейчас поеду разворачиваться. Никто в Корчино не поедет. Никому не надо. Да нет, вроде бы. Позавчера ездили. А что здесь-то сразу его не было? По этим кучкам-то не прогнали. Берите больше сюда, к этому берегу. Потому что там... Нормально, хорошая плотинка получилась. Очень даже. Ну тут ямины, вот такие колеи. Не ездили уже ничего. Скорее убирают. Ребята какие. Бородатое полчище. Ну. Хорошие ребята. Это из Темиртау приехал Михаил. Все помогают. Пилим, убираем, чтобы даже ветки не было на дороге. Дорога для нас — это трасса жизни. Особенно если вот... Так, дальше-то что? Кто за это берет? Машину-то погонит. А я сейчас его возьму. Так я вам ключи отдам от машины или не надо? Давайте, давайте. Давайте туда. Так все равно приедем, смысл? Ну, или смотрите, они у вас, если, они у вас, если они у вас с собой, давайте. Тогда. С собой у меня все. Давайте. Смотрите, у меня и деньги с собой были, я уже вчера давайте. Пересчитывал. Знаю, что если подъедете, а мне бежать надо. Отец нас учил, чтобы никто из-за тебя не терял ни минуты. Он строгий был такой у нас. Семья, 10 человек, инвалид войны, без руки. 5 сыновей, 5 дочерей у нас было. Очень крутой отец был. Не воруй, в карты не играй, узнай башку отшибу. И ни один не лез на это. Приучил делиться самым последним. С матерью полкласса не кончили. Правильно. Правильно. Так, давайте в правый карман заглянем. Еще у меня есть. Отдаю. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Я думаю, что не прощаюсь с вами, не еще увидимся. И я прошу, думаю, помогите нам достать этот переход. Ну, не все от меня зависит, да. Но постараюсь. А вот еще богатырь стоит, как его смотреть. Ну а это если драглайн привезем, то прям он стрелой упрется. Ну можно тогда. И, как мы сказали, клином выпилим внизу. Выпилим. Он наклонит, а потом отсюда и он. Я боюсь, уйдет. Этот большой сучок, как бы он не потянул туда. Нет, не потянет он. А если на кабину упадет, то он ничего, вот он встанет, у него стрела-то метров 8-9, он как раз в сучок упрется стрелой. Ну дай бог. А здесь подпилим клином, и она все сюда пойдет, как это. Но если получится. С Богом. Ну, ждем известия. Хорошо. Не забудьте только, мне самое главное — это переход сделать. А драглайн на втором месте, а это на третьем. Хорошо, до свидания. Свидания. С Богом. Окрестности, что их заложи его, ко мне повешай. Так, работа продолжается по восстановлению дороги. Вот инструмент, он спиленные ветви, лопаты. Алексей, братья, старообрядцы, никоняне, все вместе работают. Снова инструмент. Вот это надо сейчас срезать и сделать, я думаю, красные флажки поставить вот сюда, чтобы не заезжали. Лучше туда будет, потому что здесь высоковато и мягкое, его просто раздавят нам. Далеко упадать. Вот они ехали именно здесь. А вот это убрать надо будет. Вон туда перетянуть или туда. То есть куда-то убрать. Ну, чтобы вода, чтобы стекала сюда. Бугорочек. Ага. Ну остальное это все, смотри, как пробили мы дорогу-то. Свет-то какой. Но... Хорошо. Посмотрите, вот здесь вот надо тоже середку заполнить, бугром сделать. Так, положи на место теперь. Теперь. Все.